Здравствуйте, я Сергей Мавроди, президент объединения МММ, которое знают все. Сегодня я хотел бы обратиться ко всем телезрителям с новогодним поздравлением. Прошедший год был трудным для всех, а для многих особенно тяжелым. Поэтому для меня лично самое важное дело уходящего года – это учреждение нами русской миграционной службы МММ «Миграция». Как говорил Джон Кеннеди, спроси не о том, что Родина может сделать для тебя, спроси о том, что ты можешь сделать для Родины. Хочется верить, что в этом году мы смогли что-то сделать. Пусть удача и счастье улыбнутся всем нам. С Новым годом! Мировая экономика 2017 года стремительно приближается к коллапсу, вызванным проблемами централизованного управления, коррупции и лжи. Правительства лгут своим гражданам, используя нас с вами как рабов. Огромные корпорации контролируют все мировые рынки, не позволяя людям проявить себя и вырваться из этих крысиных бегов. В 1989 году была создана финансовая система МММ. В 1994 году МММ активно расширилась по всей стране, предоставляя дивиденды в размере от 300% в год. На пике развития в компании МММ насчитывалось около 15 миллионов вкладчиков. Основатель МММ Сергей Мавроди занимал 12 место в рейтинге самых влиятельных российских бизнесменов страны. Оборот компании составлял около 50 миллионов долларов США в день. Правительство начало войну с МММ и Сергеем Мавроди, потому что государству было невыгодно, чтобы люди зарабатывали большие деньги. В августе 1994 года Сергей Мавроди был арестован, и все активы компании были украдены государственными органами. Правительство закрыло все офисы МММ. В 2011 году Мавроди вновь открыл социально-финансовую сеть МММ Global с дочерними компаниями в 110 странах, но столкнулась с проблемами централизации и прозрачности. Время перемен настало сейчас. Мавро – это флагманское решение с децентрализованной и абсолютно прозрачной платформой для многоуровневых маркетинговых структур. Это решение основано на блокчейн Ethereum. Теперь Мавро неуязвим. Мавро – это организация, созданная для предоставления децентрализованного технологического решения для обработки платежей и поддержки пользователей и MLM-бизнеса посредством прозрачности. Все транзакции записываются в блокчейне и являются публичными. Открытая и децентрализованная платформа MLM будет включать API и кошелек, который изменит всю индустрию MLM во всем мире. Инновация смарт-контрактов обеспечит систему вознаграждения, сделав ее прозрачной и децентрализованной. Все эти функции станут мощными заменами для текущих рыночных решений. Революция для мировой экономики здесь. Мы можем многое. Финансовый апокалипсис неизбежен. Мавро.